речкой понад полем ветер удалой. Поклонился хлебом, солью праздник удалой. Как венок простых ромашек песня хороша, и гуляет на распашку русская душа. Гуляй, Россия, гуляй красиво, а мне по сердцу. И размах, и парит душа крылата на семи ветрах. Все друзья тут хватит места, некогда тужить. Будем вместе, будут песни, значит, будем жить. Гуляй, Россия, гуляй красиво, а мне по сердцу. Гуляй, Россия, гуляй и бой! Эх, гуляй в русской подворье!
девицы. Здравствуйте, гости дорогие. Здравствуй. И молодые. Весь честной народ, кто у нас в губернии живет. А также люди честные, приезжие, не местные. Собрались мы открыть фестиваль этнографический, культур национальных, да во второй раз уже. Волжским подворьем он называется. И на Саратовской земле открывается. Собрались здесь творческие силы, многоязычные, со всей необъятной России, матушки. И не только из России. Мы назовем всех поименно, а вы не зевайте, а громко-громко отвечайте. Ансамбль русской песни «Горница» Пугачевский. Фольклорный ансамбль «ЕНТ» Башкортостан. Ансамбль «Казахского танца» «Аппарал» город Астрахань. Мордовский фольклорный ансамбль «Кумарина». Кемпинский район Саратовской области. Народный ансамбль танцев народов Кавказа «Золотое руно» Ставрополь. Армянский ансамбль танцев «Рум» Саратовской областной организации «Армянская община Рум». Вокальная группа «Волжаночка», село Генеральское, Энгельский район, Саратовская область. И ансамбль «Монтуристок» «Журавка», поселок Самойловка, Саратовская область. Хореографический ансамбль «Эксклюзив», село Александровка, Советский район, Саратовская область. Вокально-хореографический ансамбль «Берлик» Азербайджанского национального культурного центра «Берлик». И ансамбль танца «Одлар Юнду» региональной общественной организации Азербайджанского общества «Ватан». Фольклорный ансамбль песни и танца «Зуберка» Саратовский Дагестан. Ансамбль гармонистов «Кемешкеле гармон» Республика Татарстан. И вокальный инструментальный ансамбль «Туркай» Саратов. Вокальный ансамбль «Файрхен» Центр национального района Саратовской области. Вокальный ансамбль немецкой песни «Эдельвейс». Фольклорный чувашский ансамбль «Тележ». Село Калмантай, Вольский район, Саратовская область. Ансамбль народной песни «Ярица». Республика Беларусь. Чеченский вокально-хореографический ансамбль «Война». Саратовская региональная общественная организация «Война». Ансамбль «Саратовский гармоник», «Серебряные колокольчики», поселок Тупни Саратовского района, Саратовская область. Ансамбль народного танца «Варенька», городского центра национальных культур, город Саратов. Смотрите, дорогие друзья, сколько много нас таких замечательных и разнообразных. И всех нас объединяет дружба. Да! И для всех друзей сегодня праздник гостеприимства! И мы с удовольствием приглашаем на нашу сцену заместителя председателя правительства области Алексея Николаевича Данилова. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Я рад приветствовать всех участников и гостей 2-го Всероссийского этнофестиваля национальных культур «Волжское подворье». Добро пожаловать!
представляется заместителю директора Государственного российского дома народного творчества Мэри Вахтанговне Русановой. Дорогие друзья, гости и участники, хозяева и организаторы, разрешите от имени Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома Народного Творчества поздравить вас с этим большим праздником, с началом фестиваля. Фестиваль «Волжское подполье», он еще молодой, но судя по тому, с каким удовольствием приезжают сюда участники, как тепло встречают их хозяева, сколько души и сил вложено в это дело, ему предстоит большая и очень-очень успешная дорога и будущее. Нам с вами повезло дважды. Мы с вами живем в очень многонациональной стране, где представлены самые красочные, самые нарядные культуры народов. А Саратовская земля, Поволжье, издавна считалась местом поселения многих и многих народов. Все вы, кто стоит сегодня на этой площади, это и есть единое культурное пространство народов России, о которых мы столько пишем и говорим. Но вот стоит приехать на фестиваль, и мы это видим воочию. С праздником еще раз! Счастья, благополучия и дальнейшей большой истории фестиваля! А вот и скоморохи веселые к нам пожаловали. Они к нам принесли Тимофеича. Это оберег наш. Именно так назвали участники первого фестиваля. Тимофеич, хранитель традиций наших фестивальных. Он нас всех в гости приглашает. Просит посетить все подворья национальные. В гости? Гости в гости! Гости в гости! Я так ходить в гости люблю. Там дудки дудят, барабаны стучат, колокольчики звенят, мандолины бренчат. А вы откуда знаете? Оттуда! Ну да, идем скорее туда. Гостях отворяются крова. И всех кормят задарма. Гости мы сейчас пойдем и друзей с собой возьмем. Пойдемте в гости. И мы, дорогие друзья, сейчас пойдем в каждый двор, где состоится праздник гостеприимства. А через 5 минут на этой площадке будет концерт Центра национальных культур города Саратова. Thank you.
Поэтому по древней традиции дорогих гостей мы провожаем столов мельной дорогой. Проходите, дорогие гости. Наша подворья. Наша подворья. За мной. Извините. Ребята, быстрее сюда. Коля, не Наши национальные традиции складывались веками. Пример тому, чувашский классический костюм, включающий в себя мудрость поколений, яркий феномен народной культуры. Идут годы, меняются поколения, но остается народный костюм, песни, обычаи. Не меняется с годами и любовь к земле. Понятие Родины для чуваши связывалось прежде всего с понятием земли. Земле посвящается большинство праздников. Народ, так, день рождения Земли – это великий праздник. Его поминают, совершая жертвоприношение. А каждый праздник – это песни и танцы. Вот за Енгелий идем, за Енгелий, вот за Енгелий идем, за Енгелий. А теперь, дорогие наши гости, наш подворье, мы сделаем небольшую экскурсию по нашему подворью чувашскому. Пойдемте вот, пожалуйста. Ага. Ну, вы сами знаете, это вот ракета, ну, ступа, а это вот, чтоб все знали, молодежь особенно, ракета у Бабьяги. Ну, Бабьяга на ней летает. На старину, ну, нет ему, да, очень с тысячи, нет, полторы, с тысячи, 150 лет, не меньше этому ступе. Мы ее нашли, конечно, этот... Это кладовки старые. А вы делали, знаете, для чего? Для того, чтобы зерно от шалушей выделять. Марина, мы работаем, можем показать работу даже. А вот это вот, смотрите, понимаете? Это цепь по-русски. А вот сейчас, а вот это... Да, это вытаскивали... Чугунок доставать из печи. Да, из чугунок. Теперь, конечно, газовые плиты, но у нас еще все остались очень много этих, ну, дровами, которые ходят. А вот это вот, интересно, из станок по выделыванию рогожи. Что такое рогожа? Рогожа, вот то, что... Это если
Летом, конечно, говорить долго, потом бросают до поздней осени в озеро, делают начало, и у нас в 70-х годах Лесков давал задание, и наши женщины на тарте мешки скрыли. Мы сейчас привыкли к белым мешкам, которые картошку возят. А тогда с ними возили крупные из Средней Азии, из Кавказии, и потом сушеные рыбы. И когда Балаковский ГЕС делали, то искусственные глыбы делали, и они в мешки бетон и кидали вместо камней на тело плотины. Потом еще, смотрите, мы... Вот, например, здесь в подворье работали, вот, чем я работала, то дед, например, пилил дрова. Вот подъехали гости, он брал полено и начинал играть. Все, дальше пойдемте вот. Наверное, все, спасибо. Да, Оля, тогда давайте, знаете ли вы народ, Оля? Знаете ли вы такой народ, у которого 100 тысяч слов? У которого 100 тысяч песен и 100 тысяч вышивок цветет. Приезжайте к нам, и мы готовы это все проверить вместе с вами. А сейчас вот традиционный ваш пирог. Не отведайте, не пропустим. Мы, милые, заболятся, вам пора ехать домой. Гуляют, ты мне весело.
Как найдем быстрее шикарина малина, как найдем быстрее шикарина малина, как на корене, так и на малине, на корене, на малине сидела головка. Пёшки до крылья всё перемывала, свои сизые пёшки всё перепирала, перекинет перебро, сица морковала, морковала сизая голубка. Не сегодня-завтра, как не милый будет, не сегодня-завтра, как не милый будет, будет, не будет, меня не забудет. Это символ фестиваля. Спасибо большое. Спасибо. Проходите, проходите. Вас до нашої хати. Ми раді гостям, як добрим вістям. І як на Русі, на Україні зустрічають людей курником. Відайте, пожалуйста, наш курник. Відайте ви перший, відайте. Відайте, відайте наш курник, відайте. Давай чи-небудь, не люблю вас. І як же в нас на Україні не поіграть з гостями. Любимо ми гостей, як добрих вістей. Дівчата, беріть хлопців за руку. Ми розбирайте, дівчата, а хто й проіграв, той кричить другі слова. Понятно? Понятно. Граємо? Граємо! Хлібчик, хлібчик, спікся? Спікся! А біжиш? Бігу! Біжи! Ось так, ось так, ось так, ось так, біжи послідні, біжи! Платочками на добру пам'ять. На добру пам'ять. А в нашому празднику. А в нашому зрині. А тепер, люди добрі, приглашаємо вас
нашу хату. Отвідайте української кухні вареники з вишнею та з творогом та за сметаною. Приходьте в хату, відвідайте нашу кухню. Символ, символ нашого фестивалю. Даем вам, пусть хранится ваш дом. Дякую. Проходьте в нашу хату. Вареники твідать, проходьте. Куда сюда? Вот сюда, вот сюда. Вы пришли за мной. Проводите. Заходи, вареничка, курки, пейки. Заходи, вареничка, в голубь и зизеньки. На варе, милая, на варе, милая, на варе, о-хо-хо. Моя чернобрива. Чипи, чипи, купи, в татко черевики.
Я хочу
показать вам, как это у нас происходит. Дорогие гости, Скорее, еще можно, мы посмотрим, да, посмотрим. Да, пожалуйста. Кому как удобно устраивать? Ну, может быть, да. Слово «юбилей» звучит на корейском как слово «хангап». «Хангап» состоит из иероглифа, который состоит из двух частей. Первая часть, вот, пожалуйста, посмотрите иероглиф. Первая часть означает у нас слово, в смысле старый, старший. И вторая часть, это значит сын, младший. И, в общем, означает почитание детей, старших родителей. И в этот день у нас обязательно сыновья, дочери делают папе поклон. Пожалуйста. А сейчас они сделали папе низкий юбилейный поклон. Абуди, Инари, Мячери, Пасо. Это знак благодарности за все, что они получили. Я в такой торжественный день тоже хотела бы выразить мужу свою благодарность. И маленьким подарком, пусть для него от меня, от души, будет корейская песня. Она исполняется только вот в такие торжественные дни, дни свадеб, дни юбилеев. И вы поймете ее, потому что в песне не нужны слова, нужна душа.
рады вас приводить открыться на гостеприимной территории дагестанской диаспоры. Мы привезли с собой солнечную радость от народа Дагестана. И мы рады, что вы нас просили. Дагестанского образца благодарить вам всем. И здоровья. Спасибо. Ще так хіба. Приглашаем вас отведать. Это что? Это финкал у чеченцев, это были шишигалы, сейчас калужки. В Дагестане это то же самое блюдо финкал, так как мы соседи и по территории, и по Саратову, так получается у нас и блюда, это и те же почти. Так что, да. Так. Да, пробуйте, ешьте. Это национальный дагестанский блюдо. Финкал, но они финкали разные были. Дагестан 26 разных наций. И у них у каждого финкал есть, у каждого разный. Там представляю один. Культура одного. А это дагестанский национальный кушинь. Вот девушки раньше ходили такими кушинами золотой. И они вот так здесь. Так носят. И покажут свою красоту. А и вот он сходит. Но это, конечно, женщина. Девушки Дагестана, конечно. Сокровище, сокровище. Ее охраняют тоже. Девушка идет за водой, а там ее ждет парень. Правый джигит. Это только там у ручья, не где-нибудь, а только вот у ручья. До сих пор сохранились традиции, да? Спасибо, что вы храните это. Спасибо, что вы их передаете своим детям, своим внукам. Спасибо, что рассказываете нам об этих уникальных, вековых традициях. Это культура, культура народа. Наша задача, общая задача, сохранить это. Стараемся вам помогать. Спасибо. Здоровья вам. Спасибо вам за ваше гостеприимство, процветание вашим городом. Спасибо, что пригласили нас. Вам тоже спасибо, что пригласили нас. Встретили. Нам очень понравилось у вас. Красивые места. Ну, Дагестан тоже, наверное, неплохое место. Нормальное. Роличье. Да. Ну, у вас тоже нам понравилось. И красиво очень. Спасибо. Приезжайте к нам еще. Ну, в основном нам понравилась Великая Русская река Волга. Танцуем сейчас, да? Точно. Да. С Волгой никто не сравнивает. Да, мы хотим вручить вам символ нашего фестиваля. Надеемся, что он будет храниться здесь, у вас. Ну, будет третий фестиваль, а мы верим, что он будет. Будет, наверное, еще какой-то символ. Мы к вам обязательно зайдем через год. По нашему говорят, иншалла. Иншалла. Будем ждать. Поздравляю вас. Музыкальный подарок. Музыкальный подарок, что же делаем.
национальный танец. Да. Сейчас мне одну песню, национальную песню тоже покажи. Конечно. Или там не будем. Так. Соседи наши. Да. Восточные сладости.
чтобы все в жизни было сладко, чтобы все было хорошо, как говорится. И поэтому продолжение, продолжаем и проходим дальше. Еще один момент, подождите. Мы поднимаемся, мы не можем весь музей спустить сюда. Поэтому предлагаю гостям вместе с москвичами, как говорится, подняться, посмотреть музей. И нас здесь держит кто? Шашлык, машлык, это уже коллега. Вот кому-то коллег, Валерий. В лесы! Пойдем, кстати, за наверх, да? Честной народ, люд многоязычный, песни вновь поет. Чтоб связать покрепче, каждый дружбу смог, ты вплети букет свой в дружбы наш венок. Бескрайний простор, мир и согласие, девичий хор. Звонкая песнь чевана молодого, сад, виноград возле дома родного. Зори над волной, гребень волны, хлеб на столе, пыль старины. Вечный зов полей, стаи журавлей, горы и леса, на траве роса. Ты вплети в венок памяти цветок, пусть на много лет не увянет свет. В этом венке есть цветы из полей, горный цветок. И цветок из степей, счастье и мир, радости, мир, дружба народов, России моей! Над миром, как знак вселенского прощения людей, как символ радости и мира. Они плывет несем знак примирения и мира. Священные птицы, вестники богов, что в странах Азии, Востока, что в России. Они, как ангелы-хранители людей, летят, неся всем примирение. И каждый взмах их сильного крыла несет божественное вдохновение. Мы
прекрасной России! Ах, как прекрасно жить на белом свете, когда друзей вокруг огромный хоровод, и в каждом, даже отдаленном месте, горит в душе волшебный огонек. Мы вместе, нет важнее дела, и это нужно каждому из нас, чтоб в этот хоровод всем встать хотелось и знать, что кто-то думает о нас. Здесь нарушается людское отчуждение, здесь все друзья и этим дорожат. В минуту каждую и в каждое мгновенье участием и вниманием одарят. И каждый друг спешит навстречу другу, рукопожатие ждет, дыхание затая. Как хорошо, что есть на белом свете народов разных дружная семья.
нашего фестиваля есть замечательная традиция. Чтобы вернуться к Волжским берегам, надо монетку в Волжскую воду опустить. Пойдемте, ребятки, ой, на круто горы гулять. Пойдем.